Замечательная игрушка, деревянный пазл фирмы Крона. Вот таким образом она выглядит. Сюжет прост. Вот, но при этом деталей тут немного. Ребенок 1,5 года у меня справляется совершенно замечательно со сбором самостоятельным этой игрушки. Все детальки выполнены очень качественно, из натурального дерева. Очень приятные на ощупь, цвета максимально натуральные. То есть лучшие игрушки для вашего ребенка, если вы хотите подобрать пазл, я считаю, не найти. Вот, выполнено качество очень хорошее. Цвета приятные. С игрушкой вот мы играем уже несколько месяцев, абсолютно ничего не случилось, она выглядит как новая. Собирается достаточно просто. В общем, при небольшой усидчивости ребенка это все легко можно сделать. Ну, поначалу помощь мамы требуется, зато потом ребенок справляется сам. Называет все детали. Обучается речи таким образом. Учится, каким образом вкладывать детали. То есть шарик, например, удобнее вложить, начиная с хвостика. Хвостик в дырочку, шарик вкладываем. То есть ребенок таким образом запоминает определенную последовательность действий, с помощью которой он максимально быстро добивается требуемого результата. Значит, если мы, например, вкладываем колечко, то его гораздо проще будет воткнуть, если уголком в ямку опустить, а затем опустить всю деталь. Или лапки, например, таким же способом. То есть ребенок учится понимать цвета. Называем. Сейчас мы вкладываем красный шарик, оранжевое колечко, зеленую елочку. То есть ребенок учится одновременно цветам, формам, размеру. Маленькое самое колечко вставляем. Вот. Так что игрушка совершенно замечательная, очень хорошего качества. Мой ребенок совершенно в восторге от этой игрушки. Берите, не пожалеете.